Cu obișnuința de la care mă așteptam atât, nu va veni. Nu stau mai în vedere, dar este o fizie făcută. Sunt fericită că ați ieșit din situația asta falsă. Se vede în de dumneavoastră. Ați încercat să faceți pentru altcineva tot ce era. Cu ceea ce ați făcut dumneavoastră, numai că eu n-aș fi așteptat atâta pentru a mă elibera. Împărtășesc viața, suferințele, tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, mă apropie, mi-e scump. Materiale, ar fi prea dureros pentru mine. Vă trimit 3.000 de ruble și vă promit să vă dau 1.500 de ruble în și... Вы говорите, только я буду с коляской. Вот я была с коляской, да. Вот я была с коляской, это было прекрасно. Володя родился в декабре, поэтому к весне, к паре любви и расцвета. Вот он уже вполне себе отлично лежал в коляске, и мы гуляли. И даже когда ему было 5 месяцев. И у нас родился ребенок. Они видели, что она бросила наркотики, и они сделали все условия, чтобы я лишь бы никуда не лез. То есть они одевали меня, они знали, что я нахожусь в розыске. Я говорю, ну я... Кыт. Doamna von Meck îi oferă această sumă. Se va accepta cu gratitudine dacă Antonina va avea o purtare. Trivalie, fiecare scrisoare a Antoninei era cauza unei noi crize. Случайно символов в такие почти официальные символы войны. Кстати, букву Z тоже стали критиковать. Неожиданно Дугин ее раскритиковал. Сергей Марков, известный как бы прокремлевский деятель, ее тоже раскритиковал. Чтобы решить проблему нелегальной миграции, нужно бороться не на границах, на внутренних границах Европейского Союза, а нужно защищать внешние границы. Конечно, он имеет в виду прежде всего границы Венгрии. И... Mă întrebați, dragă prietenă, dacă mai cunosc și un alt fel de iubire decât iubirea platonică. Teribilă violență a acestui sentiment, atunci v-aș răspunde...